Сбор мусора может помочь не только в экологии, но и в добрых делах. В подмосковных Химках установили контейнер для сбора пластиковых крышек на площадке молодежного центра «Восход». Крышки пойдут на вторсырье. Специалисты говорят, это даже выгоднее, чем переработка пластиковых бутылок. А вывоз крышек на самом деле не такой дорогостоящий, как вывоз бутылок, хотя по цене получается то же самое при переработке. То есть это намного эффективнее. Деньги после переработки пластиковых крышек направят на благотворительность, заявили инициаторы акции областное министерство спорта и волонтерский корпус «Живу спортом». Химки стали первыми в регионе, кто реализовал проект. Вот как только появилась информация о том, что можно установить такой бокс, мы, конечно же, откликнулись, потому что проблема экологии – это одна из важнейших проблем на сегодняшний день. Очень много сложностей возникает при переработке такого сырья, поэтому мы решили тоже присоединиться, сделать доброе дело и привлечь нашу молодежь. Эксперты считают, если собрать около 8 тонн таких крышечек, а это один грузовик, то можно получить внушительную сумму, которой хватит на инвалидную коляску для ребенка с особенностями здоровья. Но для этого нужны еще контейнеры. Их в скором времени также установят в Химках.